детстве мне казалось, что нет ничего лучше этого замка. А для меня это всегда будет самое любимое место. Ты нигде больше не была. О, а где лучше, чем здесь? В Париже. На площади Дофина, когда смотришь на Пон-Нёв. Если я закрою глаза, то представляю, что я снова сижу в том скверике. Так поехали туда, возьмем билеты на Евростар и поедем. Ты не поймешь, Кларк. Я хочу быть в Париже собой. Собой прежним. Расскажи что-нибудь. Помоги ему прожить эти полгода необыкновенно. Пусть он наслаждается жизнью. Уилл никуда не ездит уже 2 года. Мы предлагали. И у нас ничего не вышло. Уиллу необходимо чувствовать себя мужчиной. Я тебя приглашаю. Так ты идешь на свидание с Уиллом Трейнером? Так ничего. Надень красное. Сними шарф. Раз уж ты надела такое платье, Кларк, носи его, как полагается. Только ты можешь так бесцеремонно указывать даме, как носить платье. Придвинься. Ты вкусно пахнешь. А ведь ты не прижалась бы ко мне грудью, не будь я в инвалидном кресле. Вот как, да? Ты бы даже не взглянул на эту грудь, если бы не инвалидное кресло. Еще как бы взглянул. Нет, неправда. Ты был бы увлечен длинноногими блондинками, которые издалека могут учуять, сколько денег у тебя на счету. А я бы могла оказаться тут только в качестве официантки, то бишь невидимки. Я права? Да, но у меня оправдание. Я был говнюком. Да? Должен тебе признаться, Кларк. Ты единственная причина, по которой я все еще просыпаюсь по утрам. Тогда поедем куда-нибудь. Хоть на край света, только мы вдвоем. Что скажешь? Скажи «да», Уилл. Давай. Хорошо. Я не могу. Можешь, ты все можешь. Где ты их достал? Я не хочу, чтобы ты лишилась того, что может дать другой. Я ведь стала совсем другим человеком благодаря тебе.